каждый месяц мы собираем здесь, на площади, на Красной Перекопе, людей, которые хотят провести воскресенье вместе в городе. И мы пробуем совершенно разные форматы проведения времени вместе. Вот сегодня решили провести блошиный рынок, потому что нам нравится эта история тем, что люди приносят свои вещи, а другие люди приходят и задают вопросы, начинается общение, и мы видим, что все бурлит, и очень здорово, что люди знакомятся, люди задают друг другу вопросы, и вот именно так, наверное, рождаются дружелюбные граждане. Я сюда прийти, потому что это весело, интересно, и дома всегда много каких-то интересных вещей. Вот мои вещи – это собирательство моей прабабушки, дедушки, мамки моей и даже моей дочки полуторагодовалой. Мы решили всем этим поделиться и, может быть, что-то найти здесь для себя новое, потому что когда место освобождается дома, нужно его чем-то занять. Сюда, чтобы отдохнуть душой, посмотреть на то, что люди предлагают, свои поделки, свои изделия какие-то. Вот. Со мной моя супруга пришла, ее много заинтересовало всего, что здесь продается, и мы приобрели большие сувениры на память. Я себе поезд, супруга побольше. Да, у меня тоже несколько денег есть, несколько как раз у нас есть тех, кто реально уже отдал время. Это машина, это машина, как говорится, всякая всячина, которая старинная, интересная. Но также здесь собралось очень много творческих людей, которые предлагают что-то свое, новое, но уже реализованное, очень красивое и интересное. Ну вот я, допустим, добрала открыточки, вот такой вот. Пляшка для коньяка. Вот, несколько украшений, которые тоже очень интересны, необычные.